«Сказочный патруль», третий сезон. Продюсеры Татьяна Цыварева, Евгений Головин, Антон Сметанкин, Александр Соблуков, Наталья Козлова. Режиссеры Анастасия Чернова, Андрей Колбин, Наиль Мубинов. «Три кота». Продюсеры Вячеслав Муругов, Артем Васильев, Ксения Гордиенко. Режиссер Дмитрий Высоцкий. Вячеслав Муругов, Сергей Зельянов, Ксения Гордиенко, Александр Боярский, Людмила Цой, Дарья Радецкая. Режиссеры Елена Голдобина, Антон Кобзарь, Александра Шаха. Никого опаснее Бабы-Яги там нет. Ну что ж, я думаю, у кого-то из этих героев вполне может быть шанс в будущем стать героем полнометражного фильма. Ну, в тренде что будет. Друзья, а для вручения приза в этой номинации на сцену приглашается продюсер, сооснователь кинокомпании «Fresh Film» Армен Ананикян и заместитель генерального директора «Пятого канала», продюсер Марина Белова. Сейчас сочтем, кто же у нас победил. Я хочу озвучить этого главного победителя, и, честно говоря, сам очень много смотрю этот мультсериал «Три кота». Поздравляю вас с известием, как здорово, что этот приз уходит в кабинку национальной медиагруппы. Ура! Это режиссер Дмитрий Высоцкий, наши продюсеры Артем Васильев, Карина Кабанова, Вячеслав Муругов, Ксения Гордиенко и все-все причастные. Мы очень рады. Большое вам спасибо. Тогда пусть у вас будет премии столько же, сколько готов.